Приветствую вас, друзья! В этом видео мы продолжим погружение в мир льда и пламени и поговорим еще об одном важнейшем персонаже века героев, о легендарном основателе дома Ланнистеров, о лорде Ланне Умном. Если верить песням, Лан Умный явился в западные земли из-за Узкого моря. Мейстеры полагают, что в этом отразились воспоминания об андальских искателях приключений, хотя андалы появились в Эстеросе лишь спустя тысячи лет после того, как якобы жил Лан. Существует предание, связывающее Лана Умного с легендарным первым королем простора, Гартом Зеленой Рукой, обладателем множества детей, будто бы он был бастардом Флорис Лисицы, самый хитроумный из всех детей Гарта, или Рован Золотого Деревца, обладательницы прекрасных золотых волос. Такие рассказы, впрочем, ходят только в просторе. В самих западных землях, явно в пику горделивым соседям, рассказывают, что Лан Умный обманул Зеленую Руку, выдав себя за его сына, которых у Гарта было так много, что он и сам их путал, и сбежал с частью наследства, причитавшегося настоящим детям Гарта. Существует довольно много версий легенды о том, как Лан хитростью отнял утес Кастерли у его прежних владельцев – Кастерли. Согласно самой распространенной версии, Лан обнаружил скрытый проход в галерее, столь узкую расщелину, что ему пришлось снять плащ и прочую одежду, да вдобавок обмазаться маслом, чтобы протиснуться внутрь. Забравшись в утес, этот хитрец тут же начал строить козни, нашептывать угрозы в уши спящих Кастерли, выть во тьме словно демон, красть ценности одного из братьев и прятать их в спальне другого, ставить силки и иные ловушки. Так Лан настроил всю семью друг против друга и заставил их поверить, будто в замке обитает некое потустороннее создание, которое никогда не оставит их род в покое. Другие баснословы предпочитают иные разновидности этой легенды. По одной из них Лан использует расщелину, чтобы запустить в утес мышей, крыс и других вредителей, тем самым изгнав семью Кастерли. По другой версии, тайком заманивает внутрь стаю львов, и те пожирают лорда Кастерли и всех его сыновей, после чего Лан заявляет права на жену и дочерей его светлости. В самой неприличной из версий Лан ночь за ночью тайком пробирается к девицам Кастерли, чтобы овладеть ими во сне. А спустя 9 месяцев все девицы рожают златовласых детей и притом клянутся, что еще не познали мужчины. Последняя история, хотя и непристойная, содержит некоторые любопытные детали, которые могут намекнуть на истинные события тех лет. По мнению архимейстера Перестана, Лан состоял на какой-то службе у лорда Кастерли, возможно, в его домашней гвардии, и одна из дочерей его светлости от него забеременела. Или не одна, хотя это кажется менее вероятным. Лан убедил отца девушки дать согласие на их брак. Если и в самом деле все обстояло именно так, нам придется предположить, что у лорда Кастерли не было законорожденных сыновей. Тогда при естественном ходе событий после смерти отца утес был бы унаследован его дочерью и, следовательно, самим Ланом. Разумеется, в этой версии не больше исторической достоверности, чем в любой другой. Наверняка ведомо лишь одно. В один прекрасный день, во времена века героев, Кастерли исчезают из летописи, а на их месте появляются доселе неизвестные Ланнистеры, правящие большей частью западных земель из недр утеса Кастерли. Как правитель утеса Кастерли, Лан Умный якобы дожил до 312 лет, произведя на свет сотню сыновей и сотню дочерей. Все они были стройны, прекрасны и имели такие же золотые волосы, как и у отца. Этих детей было так много, что через несколько поколений некоторым из них пришлось покинуть замок и основать город Ланниспорт по соседству. Насколько известно, Лан Умный никогда не называл себя королем утеса, хотя некоторые легенды, появившиеся уже века спустя, все-таки присваивают ему этот титул. Мрачные сказки, столь же зловещие, как рассказы о призрачном лорде-покойнике в мертвом городе Горести, уверяют, что призрак Лана Умного будто бы все еще является в утесе Кастерли. Джейми Ланнистер в вещем сне у пня Чардрева видел подземелье утеса и слышал 100 или 1000 голосов своих предков-Ланнистеров, всех, начиная с Лана Умного, жившего на заре времен.
На этом все, друзья. Большое спасибо вам за просмотр. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Также жду ваших комментариев. И пишите, если есть идеи, о чем или о ком еще можно сделать видео. Всего вам доброго. До новых встреч.